Вот, пожалуйста, завел трубы в дом, выдолбил несколько кирпичей, вот, соединил, разметил местоположение, где будут трубы находиться, и начал копать углубление для них. Вот они здесь будут находиться. Сантиметров 40, наверное. Под уклончик пойдет. И здесь будет выход. Так. Вот. Ну, в принципе, ничего сложного нету. Бери лопату, да копай. Уклон трубы должен быть 2 сантиметра на метр. Для этого изолентой прикрутил 2-сантиметровый кусочек керамзита. Все, теперь у меня, ой, конечно, показывает этот самый 2 сантиметра на метр. Потом, впоследствии, буду это делать и снимать. Прошу обратить ваше внимание, что труба должна лежать в траншее ровно. Под ней должно быть ровное основание, без ямок, без ложбинок, без вершинок, а ровно, чтобы в будущем, засыпая траншею землей, песком, желательно, при проседании труба не ломалась, не шла на излом. Ну и естественно, чтобы уровень был 2 сантиметра на метр. Вот сейчас проверим вот этот отрезок трубы, как у меня станет. Ну, прошу вас. Ты гоняешь стаи туч. Вот теперь, значит, мы будем заводить нашу трубу в яму типа септика самодельного. А то да, сейчас будем бурить. Берем наши.
Ну вот отверстие готово, труба просунута, все разделов-то, болгарка, перфоратор, молоток, кувалда, кирка и две руки. Вон она, дырочка, все готово. И отсюда тоже выход. Все аккуратненько. Этот остаток трубы я потом отпилю. Так, сейчас надо соединить на сухую. Всю трубу канализации. И далее проверить еще раз уровень. Так как это очень важно. Без правильного подобранного уровня уклона канализация работать не будет. Или даже будет, но в обратную сторону. Поехали. Ну все, вот канализация, трубы готовы. Все, по уровню сделал. Сейчас надо проверить, как она работает. Работает ли вообще. Вот просто вот эту бумажку бросим. От конфетки. И посмотрим, пройдет когда. Как она выйдет отсюда. Ну вот, сейчас эту бумажку сюда положим. Оп. И спустим воду. А ну вот сейчас будем смотреть. Камеру зафиксировал. Сейчас будем смотреть, как вода пойдет. Сейчас воду включу. Вот она! Пошла! Ай, бумажка пошла! О! Все работает! Ребята! И уклон хороший! Все замечательно! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал! Впереди еще много интересного! Пока!